Я студентка второго курса отдела политологии и международных отношений в Стамбульском университете 29 мая. В Стамбульском университете 29 мая помимо развивающихся академических проектов есть и социальные. Например, есть курсы АГЭП – академическая программа развития, и я хожу на курсы мраморного искусства. Я хожу на курсы мраморного искусства уже в течение 2 лет. Точнее, это мой 2-й год, и мы каждый год организовываем выставки мраморного искусства. Вначале я только слышала о курсах мраморного искусства. Я из России, и там это не такое востребованное искусство. Когда я приехала сюда, меня это заинтересовало, и я захотела заняться этим. Студенты Стамбульского университета 29 мая могут присоединиться к нам, когда пожелают. Этот клуб помог нам развиться в плане искусства. Причина выбора мною Стамбульского университета 29 мая – это сильный академический состав, множество социальных мероприятий.